Омский перевозчик отстоял маршрут, который департамент транспорта пытался вновь выставить на торги. Управление Федеральной антимонопольной службы признало, что чиновники незаконно объявили аукцион на маршрут номер 47Н, где предприниматель работает почти год, а срок его договора истекает только в марте 2019 года. Напомню, с января 2017 в Омске отменены 27 дублирующих маршрутов. Предприниматели обвинили мэрию в нарушении антимонопольного законодательства и создании особых условий для муниципальных ПТП. Кстати, в первые дни нового года пассажиропоток в автобусах и выручка муниципальных перевозчиков заметно выросли почти на 3,5 миллиона рублей. Добавлю, что в середине декабря частники уже пытались оспорить постановление мэрии в арбитражном суде, но безрезультатно. Теперь спорные вопросы разбирают в УФАС. Было издано постановление 735-е. В рамках данного постановления было предусмотрено в том числе и отмена некоторых маршрутов, о чем, я думаю, что уже все многие знают и прочее. Это коснулось 27 маршрутов, в том числе и мы этот вопрос тоже изучаем. Насколько обоснованно были вот эти 27 маршрутов в рамках вот данного постановления отменены?